Сегодня 12 семьям, проживающим в ветхом и аварийном жилье в поселке Талаги, вручили ключи от квартир в новом трехэтажном здании. Дом с социальными квартирами должны были сдать в эксплуатацию еще в 2014-м. Однако из-за нерадивого подрядчика сроки были сорваны. Сегодня официально перерезали красную ленточку. На новоселье побывал Артур Ромих. У жителей двух аварийных деревяшек в поселке Талаги долгожданное событие – переселение в новый комфортабельный трехэтажный дом. Сегодня ключи от заветных квартир получили 12 семей. Это стало итогом первого этапа адресной программы переселения из ветхого жилья. У нас программа началась в 2013 году. Дом должны были построить еще в 2014. Не успели по срокам, потому что подрядная организация нас подвела. Пока был конкурс, пока новый конкурс. Вот немножко с опозданием сейчас даем... Вот этот домик красивый, в который переселяем 12 семей. И правда, строительство дома далось нелегко. Весь 2014 год власти Приморского района судили с нерадивыми подрядчиками, которые сорвали сдачу социального жилья в срок. Заключили договор с другой фирмой. Здание возвели за 5 месяцев. 12 квартир площадью более 700 квадратных метров обошлись федеральному и областному бюджетом в 24 миллиона рублей. Планируется, что в доме откроют почтовое отделение и парикмахерскую. Очень отрадно заметить, что данный дом построен не по импортным технологиям и так далее, а именно по технологиям нашим, российским. И еще лучше сказать, что поучаствовала компания, которая работает в Архангельской области, в городе Архангельске. Придомовая территория пока не благоустроена. Однако подрядчик пообещал облагородить двор летом и обустроить автостоянку. По гарантийному письму летом мы сделаем планировку. Привезем и песок, и грунт, и травку посеем. Вот, вообще и асфальт здесь еще предполагается, автостоянки и так далее. Но пока мы на это глаза закроем, потому что, ну, понятно, что зимой мы это сделать не могли. Размеры квартир впечатляют. Внутреннее убранство тоже. Везде поставлена новая сантехника, аккуратно поклеены обои. Марина Кузьмина этого события ждала 2 года. Будет жить вместе с дочкой. Проводя нам экскурсию по квартире, она не устает восхищаться. Светло, хорошо, чисто, потолки высокие, потолки натяжные. Вот, замечательно. Все так предоставлено, потому что же по расселению, поэтому как бы я клеена и покрашена, и все. Вот, замечательно. Выкупленные 12 квартир подрядчик передал в собственность муниципалитета. А новоселы въехали в жилье на условиях социального найма. А прихожая-то, посмотрите, какая большая. Танцы можно устраивать, Мария Александровна. Да, и все раздельное. Ну, мечта. За 3 года в Приморском районе устроили новоселье для 256 северян, которые сменили ветхие дома на благоустроенное жилье. До декабря этого года власти планируют расселить жильцов 3 аварейк в 22-квартирный дом в поселке Боброво. Артур Ромих, Вера Белогородская, Михаил Шокур. Новости РНТВ, Приморский район.